В прямом эфире репортера новости. В студии для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. Знаменитый дом Русова теперь будет под охраной. Согласно распоряжению мэра, сотрудники муниципальной охраны будут постоянно дежурить вокруг здания с целью не допустить посторонних. Скоро у дома появится стационарный пост охраны. Место его размещения уже определено. Пока его нет, несколько сотрудников дежурят возле здания. 30 сентября в доме произошел очередной пожар. Его причиной спасатели назвали поджог. Очередной перенос заседания по делу активиста уличного фронта Демьяна Ганула, как и в прошлый раз, причина – отсутствие потерпевшего полицейского. Официальная версия – его командировка в столицу. Таким образом, суд перенесли на 19 октября. Демьян Ганул подозревается в нападении на сотрудника полиции во время концерта Ирины Билык в июне. Потерпілий зателефонував до суду, повідомив про те, що він відбуває у відрядження до міста Києва, тому не зможе бути присутнім в сьогоднішньому судовому засіданні. Суд, маючи такі відомості, завчасно повідомив учасників судового провадження, що потерпілий буде відсутній, тому вони відповідно теж не з'явились до судового засідання. Наступна дата була узгоджена з усіма учасниками судового засідання раніше. І тому воно відкладається до цієї узгодженої дати, до 19 жовтня, до 10 години. С коррупцией в органах национальной полиции будет бороться специализированная комиссия. Ее сегодня презентовал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко. По его мнению, новая структура продолжит те правильные инициативы, которые начали общественные организации. Один из найдієвіших таких запущенных механизмов было створення областных региональных робочих груп по співпраці та взаємодії громадськості з органами, що координуються міністром внутрішніх справ. Вони були створені у кожній області України, відповідно, досить активно, досить продуктивно відпрацювали. В круглом столе приняли участие общественные деятели, депутаты городского совета. Они также отметили важность создания подобной структуры. Существует запрос у общества, так как сегодня система выборов и работы с депутатами, мы очень благодарны, я думаю, скажу за коллег, что вы работаете, планируете работать именно с депутатским корпусом. Очень бы хотелось, чтобы это общественный совет, он был действительно рабочим, чтобы он был мобильным, чтобы не возникало вопросов, а почему вошел этот общественный деятель, а не другой. Настоящую презентацию способности устроили в Одессе представители профессионально-технических учебных заведений со всей области. Не просто так, а показать руководству региона и чиновникам Министерства образования и науки, что ПТУ и лицеи еще живы и при грамотном реформировании еще смогут принести пользу стране. Виталий Хемий побывал на встрече работников училищ с заместителем министра образования и науки Павлом Хабзеем. Визит заместителя министра образования и науки для работников училищ два в одном. И себя показать, и о проблемах своих заявить. Говорят, в Киеве наверняка не знают о всех трудностях специализированных учреждений региона. Мы хотели бы, чтобы у нас еще, кроме оборудования, еще чтобы было общежитие. У нас дети учатся у нас, а платят по 600-700 гривен за квартиру. Хотелось бы, чтобы было, есть своя земля, есть ее построить, но... Есть свои строители, только нет денег, чтобы его построить. Есть ряд технологий, за которыми, на жаль, мы не в спромозі швидко встигнути, але ми намагаємося, оновлюємо. Навіть якщо така уже, можна сказати, і стара професія тракторист-машиніст, на жаль, матеріальна база є, ну, можна сказати так, застарілою. Спасти училище от закрытия поможет кластеризация, убежден губернатор Одесской области Максим Степанов. На севере региона три учебных заведения уже объединились в одно. Но объединиться нужно не ради самого процесса. Филиалы должны тесно сотрудничать с работодателем и готовить специалистов, которые нужны здесь и сейчас. Например, в Одесской области катастрофически не хватает дорожных строителей, не говоря уже о представителях относительно современных специализаций. Зв'язок работодавцем и освітою. Ми повинні готувати підроботодавців, виходячи із замовлень, сучасних замовничних сьогодення. Наприклад, ми взагалі не готуємо там фахівців з робототехніки. Ми просто їх не готуємо, вони нам не потрібні. Ми живемо в 2017 році, ми готуємо операторів комп'ютерного набору.
про что мы кажем? В свою очередь, заместитель министра образования и науки Павел Хабзи обратил внимание на материальное стимулирование сотрудников сферы профтехобразования и признал, что удержать педагогов на рабочих местах – задача для правительства крайне непростая. Есть питание заработных плат. Завдання уряду – піднімати заробітну плату. Якщо ми не будемо піднімати виробництво, піднімати заробітну плату, бодай, щоб вона не в рази різнилася від тієї заробітної плати, яка є в європейських країнах, ми завжди будемо загрожені, що найбільш якісні фахівці, вони не виключено, що вони будуть переходити, тому що кожен шукає, при тому, що вони є патріоти. Я не кажу, що вони не є патріоти, бо вони повернуться, якщо зміняться умови, набравшись досвіду, але це є певний ризик. Когда планируется улучшить условия труда преподавателей рабочих специальностей, чиновник не уточнил. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». 59 призывников из Одесской области сегодня отправились служить в ряды вооруженных сил Украины. На торжественной церемонии по случаю первой отправки новобранцев провожали не только родители, но и представители городской и областной власти, ветераны АТО и Афганистана. Самое трудное – это не встать под огнем в атаку. Самое тяжелое – это не стоять на посту. Самое тяжелое – это оставаться, и самое трудное – это оставаться человеком. Быть мужчиной, принципиальным, твердым, надежным. Вот это самое тяжелое. Делайте то, что вы говорите. Большинство юношей первой партии будут направлены в различные учебные центры вооруженных сил. Военные говорят, что отправляют новобранцев, невзирая на их социальный статус. Мы не делаем никакого выбора между социальными слоями населения. Закон одинаков для всех. И поэтому повестки вручаются всем, медицинскую комиссию проходят все и в армию призываются все. Среди призывников оказались и те, кто решил пойти в армию досрочно, в 19 лет. По власній волі на рік раніше я виявив бажання служити в Збройних силах України. Я зібрав всі документи, всі справки, заяву від матері, від батька, що дійсно я знаю, що збираюсь в армію 20 років, але йду на рік раніше по власному бажанню. Я з дитинства мріяв стати військовим, можливо, поліцейським, можливо, військовим. Як життя складеться, я ще не знаю, ну, в майбутньому, що буде, але в планах бути військовим. Всего из Одесского региона в ряды вооруженных сил Национальной гвардии и специальной службы транспорта планируют призвать 550 юношей. С 11 октября начнется призыв офицеров запаса, выпускников военных кафедр. Закончится текущая призывная кампания 30 октября. В борьбе с осенней хандрой одесские психиатры рекомендуют не ограничивать себя в сладком, употреблять в еду овощи и фрукты, спать минимум 7 часов в сутки, а в свободное время заниматься спортом. По мнению специалистов, то подавленное состояние, которое большинство людей принимает за депрессию, на самом деле является обычной сменой настроения, свойственной этому времени года. Осенняя депрессия, сезонная депрессия – это, скорее всего, всего лишь сниженное настроение, потому что депрессия – это гораздо серьезное, аффективное расстройство, которое характеризуется различными симптомами. Здесь надо разобраться, какая профилактика. Профилактика будет направлена на то, чтобы разобраться с телом и разобраться с мозгами. Разобраться с телом – это, конечно, надо заниматься физическими упражнениями, потому что, когда человек занимается физическими упражнениями, у него вырабатывается естественный гормон счастья, эндорфин, и это очень сильно влияет на его самочувствие. Надо обратить внимание на свое питание. Осенью никаких диет быть не должно, а наоборот, мы должны добавлять продукты, которые будут влиять на наше настроение. Это рыба, это шоколад, это бананы, это овощи ярких цветов. Александр Грановский покинул Одесский Черноморец. Как сообщает официальный сайт клуба, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Грановский был последним представителем тренерского штаба экс-наставника моряков Александра Бабича. Работал в Одессе в течение 3 сезонов. Грановский исполнял обязанности главного тренера в выездном матче с Луганской «Зарей», в котором Одесский клуб уступил со счетом 0-5. Также он помогал тренерскому штабу Олега Дулуба, недавно назначенного на должность нового наставника моряков.
Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя.